Запись пошла. Хорошо. Пошли. Видео про рыбалку моего друга. Ездили на платный карьер. Отдали по 500 рублей. Ничего там не поймали. Хотя реклама была очень хорошая. После чего поехали на акулу. Там половили немного окуня. Так что особо рыбы в этом видео не будет. Сделал здесь запись на перемотке, так как рыбы здесь все равно нет. Вот такие у нас платные пруды Рязанской области. Если у кого что-то другое в каких областях, напишите, пожалуйста, в комментарии, что реально ловится судак на платных прудах.
Вот такая получилась рыбалка на платике. Извините, если занял ваше время. Всем привет! Как вы поняли, перед этим нам рыбалка не удалась на данном карьере. И мы решили выехать на акул. Поедем мы в Ольгово, в районе деревни Ольгово. Есть остров песчаный. Зайдем туда на лодке и попробуем половить окунь с качка. Будем ловить на озорной. Что же это получится, смотрите дальше. Ну вот, мы прибыли на место. Будем рыбать. Вон идет лодка за нами. Nights are getting
Поймут, многие ловят именно под линиями электропередач.
Ну и вот у нас очередной кусок небольшой. Маленький, но... Да, приятно. После целого дня неудачной рыбалки. Ладно, подожди. У нас вот... В нашем местечке нашли выход все-таки. Вот такой небольшой, как говорится, кусок. Кстати, пускай отпустим его. Да, что хотел сказать еще про электропередачу. В высоковольтной линии, что на Дятковском затоне, кто там рыбачил, знает, новосек, под высоковольтными линиями тоже ставят жерлицы. И довольно удачно ловят щуку. Также здесь, еще я знаю, на Погорелском карьере, на реке Проня, тоже где проходят высоковольтные линии. Не знаю, чем связано, почему там собирается рыба, это я вам подсказать не могу. Ну вот, да, очередная покрывка у нас. Нет, сход у нас. Опять же, получается, у нас идет яма и сразу деление течение. И вот там у нас такой кусок, наверное, стоит. Попробуем сейчас. Мы ловим на зеленую кислоту виброхвост. Сейчас попробуем поставить другую насадочку, более чуть-чуть побольше. Отработанное масло, так называемый цвет машинное. И попробуем в этой ямке найти судачка. Может, судачок уже. Пробуем сегодня. И нас в одной из берега ловить не получилось, у нас ничего. Пробовали сегодня на воблера и троллить. Тоже у нас ничего, никакого успеха не принесло. Мы у нас пиндолик просидели 4 до 5 под ливнем. И вот после дождичка, до этого был сильный ветер. И вот после дождичка погодка остановилась. Ветерок утих. Так называемая вечерняя зорька у нас. Сейчас попробуем поймать судачка. Также стоим мы на глубине, кидаем на мель и смели дальше на глубину. Кто-то со мной спорит, делает наоборот, становится на мели и с глубины дальше вверх. Но я как бы на своем опыте делаю немножко не так. Я делаю, останавливаюсь на глубине и стаскиваю нашу приманочку. По опыту этого больше приносит результативных поклевок. Вот как здесь видите, по кончику большое течение там у нас сразу в глубине. Получается, у нас там есть такой шоппинг стоит. Это у нас причала проводочка. Сейчас мы ее попробуем следующий заброс провести. Проводочку равномерную. То есть как воблер, как блесну мы ведем. Сейчас я вам продемонстрирую. Бывает тоже на оке, тоже попадал. На спичевую проводочку было мало поклевок, но не были. А вот на равномерную проводку довольно-таки много было поклевок, много кусков я поймал, буквально где-то 3 часа я поймал кусков. Кусков тоже таких небольших, ловил тоже на зеленый проход, кожным цветом. Товарищи мои ловили на коричневый, в легкий цвет. Попался мне судачок хороший такой, грамм 500, даже грамм 500, наверное. Это кушок, конечно, нет. Ну, это... Да, попробуй. И вот сейчас попробую провести проводочку равномерно. Очередной заброс. Видеть мы не будем. Вот, нашли мы дно. Опустили удилище. И вот так вот равномерно проводим
Груз нас бьет по дну, создавая муть, как я так думаю. К этой мути подходит акушок. Видит приманочку и приходит в поклевку. Акушок он любопытный. Ну, опять же, такая проводка не везде эффективна. Где илистое дно, где много корях или камней, такая проводка неэффективна. Очень много зацепов, соответственно. Очень много пойманных приманок, оторванных было. Там вот ловит отлично. Ну, сейчас мы вроде провели пару проводок. Дно у нас вроде ровное. Снимает песок у нас. Так что проводку такую здесь мы можем себе позволить. И вот опять же, большое течение, и проводка здесь у нас неэффективна такая. Все-таки здесь лучше не давать. Вот у нас подложечка глубина. Я так думаю, вот подложечка у нас как раз 6-7 метров, а то и больше. Судя по тому, как падает груз. Да, большое течение, поэтому разомненная проводка здесь не пойдет. Вот такая у нас сегодня получилась рыбалка. Были мы на карьере, ловили на джиг, на отварной. Ничего мы там не поймали, приехали на оку. Встретил нас товарищ мой. Мы с ним потроллили. Тоже результатов ничего никаких не принесло. Вот. Ну, в конце концов, нашли мы место с перепадом, с глубины, на отводной, словили окушка. Все это вы видели, подписывайтесь на этот канал. Все, на что мы ловили, все есть ссылки под видео. До следующих встреч, смотрите нас, будет еще много-много интересного. Всем пока, удачи на рыбалке. Вот такое получилось видео. Рыбы здесь, конечно, нет, но, думаю, само видео познавательно и интересно. Подписывайся на наш канал, думаю, будет настоящая рыба и настоящая рыбалка. Всем удачной рыбалки!